Оранжевое тыквенное поле. Зрелищный кадр для любого фотографа. Но аграриям не до красоты. Урожай нужно убрать как можно скорее, пока погода благоволит. Штирийская тыква не славится особо крупными размерами. Чуть больше, чем футбольный мяч. Но то, что находится внутри нее, волгоградские аграрии уже успели окрестить это местным золотом. Семена – главная ценность этого австрийского тыквенного сорта. В Западной Европе из них производят масло, применяют в кулинарии, фармацевтике и просто едят. Почему семена этого ценного тыквенного сорта пока не востребованы в России – вопрос для изучения. Сегодня главным потребителем остается родина штирийской тыквы – Австрия. Зарубежный инвестор долго искал место для реализации проекта. Север Волгоградской области идеально подошел по климатическим условиям. Плюсы, конечно же, огромнейшие. В чем? Это расширение посевных площадей. Соответственно, по сельскому хозяйству у нас будет и прирост налоговых поступлений. А вот так полученный урожай перерабатывают. Семена моют, а потом просушивают на специальном оборудовании. Загрузка идет сюда 7 тонн сырой семечки. После сушки остается 3,5. В общем, в половину она в весе теряет. Заключительный этап переработки. На веялке семечко окончательно очищается от мусора, грузится вот в такие мешки. Сначала новую для себя культуру аграрии встречали с недоверием. В прошлом году ради эксперимента засеяли 20 гектаров. Получилось. В этом уже 1500. Скоро и эту площадь увеличат в 2 раза. Максим Ахметов.